По словам очевидцев, колесо летело с огромной скоростью. Оно едва не задело двоих пешеходов, но, к счастью, им удалось вовремя увернуться. В итоге, прокатившись около 80 метров, колесо врезалось в припаркованную на стоянке «Ладу», основательно помяв легковой автомобиль. Я вообще был на автовой базе, просто зашел туда. Получается, я вышел, у меня на брелке сигнализация сыграла. Все, я выхожу, у меня тут машину уже не узнал. Осмотрев колесо, лежащее на капоте его машины, владелец «Лады» предположил, что всему виной изношенные болты, либо сорванная ступица. В результате удара автомобиль получил серьезные повреждения. Осмотрев разбитый капот, водитель подсчитал, что, скорее всего, ремонт потребует серьезных вложений. Там дело даже не в том, что болты повылетали, а просто головки сорвало, все. Ждать сейчас с ГАИ, что решится, а потом уже через страховую будем решать вот этот вопрос. Участники аварии вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. Теперь им предстоит разобраться в деталях необычного ДТП, а именно ответить на вопрос, кто будет возмещать нанесенный ущерб. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».